Большой привет всем любителям футбола. Город Минск, стадион «Трактор». Футбольный клуб «Минск» принимает у себя в гостях РЦОР БГУ. Помешает игре. Вроде бы на разминке, по крайней мере, мы смотрели. Мяч ходил хорошо. И до конца матча, надеюсь, это все у нас также и сохранится. Ну что же, Артем, с каким багажом команды подошли к тому матчу? Чего ждать от этой игры? Слушай, ну, несмотря на то, что Минск, да, уже как бы в этом сезоне, наверное, потерял все шансы на тройку, не наверное, совершенно точно, но РЦОР БГУ — это та команда, которая до последнего борется за чемпионство. Это таки Лестер, да, у нас появляется в этом сезоне, как появился он уже давно, и, возможно, сказка для РЦОРа может превратиться в настоящее, да, в правду, в факт, и если сегодня наберут очки... Все игроки скопились где-то в районе чуть дальше 11-метровой отметки. Навес. Падение игрока Минска в штрафной. Конечно же, судья никоим образом не реагирует. Не было там нарушения. Еще один заброс на головой. Мимо цели. Ну вот первый удар поворот там, да, опасным его, пожалуй, не назовешь, но уже неплохой подход на пятой минуте. Это у нас был в эпицентре событий только что, ну уже, да, кое-что, хотя бы какой-то удар в сторону ворот, сколько у нас там сыграно. Сыграно-то чуть меньше. На табло у нас команды после этого матча не разойдутся. Неплохой проход Джигера по середину, и Шрам разворачивается, можно пробивать Шрамченко. Опаснейший момент, вынос буквально с ленточки от Павла Пашевича, но это было действительно опасно. И вот он первый по-настоящему голевой момент. Отворот наносить Артем Макавчик. Действительно, Шрамченко здорово себя проявляет в Минске. Помню еще и в Гомеле, конечно же, по матчам за эту команду. Вот сейчас здорово обострил. Такой юркий футболист. Не самый габаритный, да, наверное, верховая борьба. Это не совсем его конек. Зато разобраться с мячом внизу, обыграть соперника, продвинуться по флангу. Это следует и дальше борьба. Ну вот сейчас посмотрим, что придумает Пашевич. Снова же длинный пас. Скидка головой неплохо. Вот неудачно скачал мяч до Абдихоликова и слетел с ноги, свалился мячу Бабира Абдихоликова. Хотя по мысли, как все было здорово сделано. Отличная скидка. Ну, пока же опасный момент. Здорово убегает Папарига. Папарига на всех парах рвется в штрафную. Папарига! Дойдет ли дело до удара? Есть удар, но Шрамченко, как же здорово Антон отработал. Капитан вернулся к своим воротам и не позволил мячу до... Да, ну, это я к тому, что, в принципе, да, да, многие голкиперы могут ошибаться при таких погодных условиях. Пока же момент, удар поворотом, но пробивал. Пробивал в сторону ворот свирепо, но вот уже тоже кое-что, но все равно мяч летит. Вот смотри-ка, с выносом и есть вопросы у Павла. Свалился немного мяч на Гину, однако остается под контролем Минска. Здорово, технично действует Джигера. Налево Шрамченко, обыгрыш, перехват от Лукашевича. Но без особой работы находится голкипер. Если бы тебя сейчас Макавчик услышал, он бы очень посмеялся с курортного режима. Такими условиями момент еще опасный. Не забивает энергетик БГУ. Шикарный шанс был отличиться. Схватился за голову Александр Свирепа. И эта атака заканчивается лишь угловым. Но будет угловой с фланга, Папарига его исполнит. Смотрим за подачей. Снова абсолютно весь Минск в своей штрафной площади. Папарига поднимает руку. Гостей номинальных удар поворотом. Мяч выше пролетает. Неплохая попытка, да. Опять же, позиция не самая худшая была. Мой коллега пытается справиться с ростером, с протоколом, который просто весь размок уже и весь в дырках. Мы с Мадья Лукашевич, 7-й Андрей Юрилович, Роман Парига, 9-й. Бабир Абдихоликов, номер 10, Илья Грищенко, 11-й. 14-й Павел Пашевич, 15-й капитан команды Александр Свирепа, Алексей Лаврик, 55-й. Ну и, соответственно, 18-й. Но мяч введен в игру и по правому флагу атака развивается. Прострел низом Абдихоликов. Не получилось мяч обработать. Удар. Еще удар будет. Да, Абдихоликов пробивал, но не попал по мячу как следует. И он докатился просто в руки Павлу Пришивалко. Ну вот активность в начале. Так что все нормально. Давайте-ка, ребят, повыше. Сейчас буду мяч далеко выбивать. Да, неплохой момент удалось создать. Выносит мяч Пришивалко. Но второй тайм пока активнее начинается. Смышляет, да, вот нужно было бить, нужно было. Вот еще позиция для удара. Ну и опять по штрафной, и пас, ну, совершенно не точно на Абдихоликова сейчас пытался вырезать Турич. Не решился бить. Ну, наверное, значит, такие тренерские уст. Передача налево от Шрамченко, да. Хвощинский удар издали, удар поворотом, ну вот же оно, вот же оно. Посмотрите, тут и удар, да, не самый, скажем так, сложный был, но Макавчик первым касанием не очень мокрый, мяч мокрый, газон, перчатки, форма, поэтому почему бы не пробовать. Тут главное в створ попадать, да, глядишь, что-нибудь-то и залетит. Плиев направо. Там же. Главное, чтобы там без какого-то, не знаю, разрыва и так далее обошлось. Подача штрафную пока проходит. Принимается мяч под левую. Но удар будет, удар вдали. Спасает защитник, причем даже свою команду после удара Глеба Гурбана.
Неплохо. Гурбан продолжает атаковать. Чуль против него. Передача назад. Навес в касании от Левковца. Мяч того штрафной. Шамченко далековато его отпускает и разряжается. Наверное, 5, может даже 10. Минск намного интереснее смотрится, нежели энергетик БГУ. Да, будто бы вот на это стартовый навал во втором тайме много сил потратили студенты. И сейчас... Свирепа навес. Скорее, перевод на правый фланг получился, нежели навес. Левковец. Какая же ошибка. Казалось, но можно пробить удар над перекладиной. Вот это было очень опасно. Это, кстати, только что выше на замену Данил Душевский пробивал. Именно мяч полетел. Я думаю, зрители на повторе этот момент рассмотрели. Ну, а мы просто будем констатировать факт, мяч в ворота не попал. Ну да. Хотя было близко, и момент получился весьма неплохой. Заброс вперед, второй этаж оказывается за Минском. Рич будет его исполнять. Снова на ближнюю? Я думаю, что на дальнюю. Угадал я. И момент сносят голкипера. Попытка пробить очень высоко от Хусанова. Ну и не зафиксировано нарушение правил, это просто пришивалка. Хотя да, на газоне оказался вратарь. Ну, видимо, там контакта особо не было. Кстати, уходит от Плиева Хващинский, лезет на второго соперника, переводит мяч налево, Шрамченко в касание, штрафную пещеру нужно забивать, падает, и это пенальти. Это 11-метровый. Ну, абсолютно справедливо назначенный, завалили там молодого Родиона Пичуру. Ну, а пробивать кто будет? Хващинский? Точно скажу. Ага, это у нас правило нарушил... Александр Свирепа. Да, мне тоже показалось, что это был капитан. Свирепа свалил. Ну и Хващинский имеет возможность забить 13-й гол в этом сезоне. Что очень важно. Едино вот сейчас двигается. Тоже интересно наблюдать за перемещениями голкипера. Да, как он пытается переиграть нападающего. Разбег Хващинского, удар и тащит Макавчик. Переиграл-то ведь. Переиграл он Хващинского. Угадал направление удара и свою команду спасает. 0-0 все еще. Очки, даже ничейный результат для энергетика против в случае потери очков. Им сейчас нужно добывать только лишь победы, чтобы бороться за самые высокие места угловой, зарабатывает энергетик. Турич отправился на угол. Кто там у нас начал? Пичура! Пичура! И, кстати, в прошлом эпизоде... Пичура с мячом! Что придумал? Пустые ворота! Пичура не забивает! Вот это да! Вот это моментище! Как же это все произошло сейчас? Я не знаю, как он протащил вообще этот мяч до стороны, но то, чтобы все-таки доказать, что они сильнее. Ну, я думаю, будет добавлено минимум минут 3, потому что было очень много замен. Помним, была травма Лаврика. Поэтому я думаю, что, наверное, 3-4 минутки все-таки будет к основному времени добавлено. Да, вполне вероятно, тем более, что Коронцом. Первый там у нас без компенсированного обошелся. Пока же с мячом у нас Чуль. На правом фланге теряет его Шрамченко. Тащит мяч вперед. Есть забегание на левом фланге. Шрамченко по коса. Может получиться атака у студентов? Нет. Не получается. Ну и все. Звучит в финале свисток Павла Каранца. Фиксируем мы безголевую ничью. 0-0. Не сказать, что скучный был футбол, да? Но...